Всем привет! Вы на канале Позитивный огород. И мы сегодня хотим делать ловушку для пчел из дерева. Вот приготовили три досточки. Три почти одинаковых досточки, да? Да. Три досточки. Сейчас их будем взбивать и покажем, как дальше нам ее, как мы ее собираем. Так, вот так, да? Поддерживайте, помогать? Давай помогу. Она все равно. Помогу еще. На три гвоздя, да? Хватит на три гвоздя? Еще один. Ну, еще один. Четвертый. Так. Ну, покажи. Сейчас третью набиваем. Эти уже гвоздики-то побольше, да? Нет, одинаковые. Одинаковые. Чтоб не трескалось, дырочки просверлили. А, ты до этого дырочки просверлили. Да, размером с гвоздик. Вот она. Получилась. Такая, да? Вот такая. Теперь будем ее обжигать. Обжигать. Давай. Обжигаем баллоном. Газом, вернее. Обжигаем.
Ну вот, обожгли мы ее. Сейчас будем ждать, когда встынет, да? Да. Пчелам нравятся горелые. Горелые ловушки пчелам нравятся. Обожженные пеньки, ловушки. Да, вот они на них любят садиться, особенно в роение. Вот такая пока. Ждем, когда остынет, и прибьем положок. Положок и эту на что цеплять. А сейчас нам нужно прорезать вот отверстие. Покажи. Только сюда будет входить, а сюда выходить, да? Да, да. Проволока, да? Какая у тебя проволока? Стальная? Маленькое отверстие. Побольше. Вот. Ровно отмерили, да, расстояние, да, чтобы центр тяжести на серединке. Да. И потом просто закручиваешь, да? Да. Закручиваю. Так. А сейчас берем черный укрывной материал и степлером прищелкиваем. Был такой вот ткань какая-нибудь. Желательно черная, потому что как-то на черную лучше они садятся. Остатки обрезаешь ровно, да? Да. Сейчас берем. Берем ножницы и обрезаем. Даже можешь чуть-чуть висит и рой на нее садится. А еще у нас на каждом вот такие крючки. Вот. Просто палка сбита и крючок. Покажи эту, сними. А эту вот вешаем. Вот так она будет у нас висеть. Такая ловушка. Там ловушки. Тут ловушки. Тут ловушка. И еще поставили. Поставили в конце огорода ловушку. Сейчас покажу. Картошку маленько оттяпали. Поливаем огород. И вот такая же ловушка.
поменьше она. Ну и всем пока-пока.